В Бурятии из-за коронавируса отменили Байкал Опен. Турнир по вольной борьбе на призы главы республики должен был стать юбилейным. За два дня до его открытия правительство решило отменить соревнования. В первую очередь это связано с рисками распространения и угрозами завоза представителями других стран, которые должны были принять участие в данном турнире, коронавирусной инфекции. Скорее всего, в этом году мы этот турнир проводить не будем, с учетом того, что у нас впереди большое спортивное мероприятие, очень важное, чемпионат страны, который в том числе и финансово затратное. Мы приняли решение, что этот турнир 25-й юбилейный, мы проведем в 2021 году. Мы сейчас проведем штаб тренерский, поменяем план подготовки, примем определенные решения, чтобы это меньше сказалось на подготовке наших ребят. Турнир должен был стать одним из этапов подготовки к чемпионату России. По словам министра, в этом году спортсменов дополнительно отправят на другие соревнования или на сборы. Отмечу, в этом году на Байкал Опен заявилось более 200 спортсменов из 16 стран мира.